2 квадратных сантиметрах нашей кожи находится до 50 нервных окончаний. Правильные воздействия на них обещают подарить не только отличное самочувствие, но и оздоровление организма в целом. Тут на помощь приходят различные приспособления для массажа. Деревянные ролики, палочки с округлым концом и подобные атрибуты помогут при самомассаже. Они воздействуют на определенные точки вращательными движениями. Так боль сменяется на приятное тепло. Нужно четко понимать, что есть лечебный массаж, есть релаксирующий массаж. Как правило, все эти средства используются для релаксирующих массажей и спа-салонов. Если это речь идет уже о лечебном массаже, то, как правило, ни камни, ни травяные мешочки уже применяться не будут. С конкретными жалобами лучше идти к специалисту. Профессиональные аппараты воздействуют не только на верхние слои кожи, но и на мышцы. Популярная методика вакуумно-роликового массажа порадует быстрым и видимым эффектом. Здесь очень мощное рефлексогенное воздействие. А насадка засасывает именно под вакуум, благодаря вакууму кожную складку. В результате идет обработка этой кожной складки, то, что она захватила. Плюс вращающийся механизм, который находится непосредственно внутри этой насадки. Умный гаджет обеспечивает дренажный эффект и, как следствие, уменьшение объемов, а также легкий пилинг кожи. Знакомые всем банки в умелых руках тоже способны творить чудеса. Лимфодренажный эффект. Опять-таки, гоняем жидкость по организму, выводим лишнюю жидкость. Более мощное воздействие, чем мы просто делаем руками. Более гладкая кожа становится. Если мы, например, на аппаратах можем контролировать вакуум, то ручной вакуум, он более мягкий, он менее дозируемый. Этими банками точно так же можно навредить. Так что сначала лучше изучить список противопоказаний. Легкость ножкам обеспечит прессотерапия. Специальные штанишки воздействуют на жировые клетки и помогают моделировать фигуру. Миниатюрный аналог подобного гаджета в виде коротких чулок можно завести у себя дома. Впрочем, массаж становится мощным инструментом лишь в руках специалиста. А правильный домашний уход за собой поможет закрепить результат.